Пироман на мотоцикле. В Миассе разыскивают мужчину, которого подозревают в поджоге леса. Очевидцы видели байкера сразу в нескольких местах возгорания. По их словам, именно он поджигал траву и деревья, а затем огонь распространялся на большой территории и едва не достигал дачных участков, где мог перекинуться на дома. На требование охраны остановиться мотоциклист не реагировал. Однако люди успели сфотографировать подозрительного мужчину. Сейчас правоохранители пытаются установить его личность. Он также может быть причастен к прошлогодним пожарам на Тургайке. Тогда люди сообщали о поджигателе на зеленом мотоцикле.